говорили, что мы в подвал не спускаемся, что нас так не стреляют. Нихера себе. Затихли, да? Ну, осколки сыпятся. Ну, сколько осколков сейчас будет? Когда же это уже закончится? 10 лет. Мама моя дорогая. 10 лет. В детстве в подвале жили, сейчас в подвале. Помнишь, да, как мы здесь жили, не вылазя 3 месяца? И спали, ели, спали, мы все здесь делали. Просто какие осколки мы собрали. Это сегодня обстрел был, вот только что. Вот от меня порезаться, они очень острые. Рука трусится. Папа их собрал, они даже были еще горячие. А если попадет куда-нибудь, это вообще не дай бог.